Всем привет! В этом году Харьковский электрический трамвай отмечает свое 115-летие. К этому событию в городе провели выставку подвижного состава, которая состоит из трамваев, которые сейчас и ранее передвигались по городу. Я посетил это мероприятие, и я готов показать, каково это было. Парад трамваев начался от Сергиевской площади, где пассажиров ждали несколько видов Татр, а также служебный снегоочистительный вагон. Далее они передвигались к Южному вокзалу и позже поднялись по Клочковскому спуску к Дашпром. Я же пришел сразу на проспект Независимости, где на месте меня уже ждал вагон Ха, который в народе прозвали Аннушкой. Сейчас он работает как экскурсионный вагон, его восстановили в 2006 году. Внутри сохранен салон из дерева и проведено освещение. Очень необычно находиться в таком трамвае и особенно наблюдать за приборами, которые расположены в кабинке водителя. Рядом же сопровождал Аннушку служебный вагон ВТП-3. А уже позже к нам подъехала парадная колонна трамваев. Трамваи остановились у «Газпрома» ненадолго, после чего поехали вновь к парку Горького. К полудню все трамваи подъехали обратно на проспект Независимости и началась торжественная часть. Так как в Харькове на носу выборы, мероприятие никак не могло обойтись без возможного кандидата в мэры города Игоря Терехова. Он поводил МТВ-82, вручил почетные грамоты работникам электротранспорта и пообещал, что в сентябре город узнает о двух видах трамвая – «Штадлер» и трамвай от «Экополис ХТЗ». Наша с вами основная задача, чтобы за ближайшие 3-4 года фактически полностью обновить парк трамваев трамваями совершенно нового поколения. Могу вам сказать, что мы будем развивать транспорт трамваев. Никто убирать маршруты трамвайные не намерен. И наша основная задача сегодня – обновлять парк трамваев, чем мы будем и заниматься. На мероприятии мне получилось встретиться с заместителем городского главы по вопросам инфраструктуры Евгением Водовозовым. И у меня получилось задать пару вопросов касательно будущих троллейбусных маршрутов, которые появятся в районе Рогани и Горизонта. Хотелось бы узнать, вот вы говорили 25 июня, что запустят троллейбусы на Рогань и на Жуковского в июле месяце. Уже почти... Подождите, мы готовы, через неделю запустим. Через неделю собираетесь запустить, да? А как он будет выглядеть? Это будет продолжение 45-го маршрута или это будет новый маршрут? Вы видите, все, мы сейчас все объявления вывесим, и там все будет. То есть, я на память, чтобы он по остановкам не говорил, потому что будет два направления 46-го в горизонт. Ага, то есть еще и на горизонт хотите запустить в это время? Одновременно практически, запустим все три. Я понял. А потом на жуки. Далее я вам показываю похождение по разным вагонам. We'll be right back.
Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал для того, чтобы узнать больше о развитии электротранспорта в украинских городах. До новых встреч!